Привет, хорошенькие! Я когда хотела, мечтала стать мамой, я никогда не думала, что такое счастье и американские горки в одном. Я мама троих замечательных детей. Я думаю, что это каждая мама скажет про своего ребенка, даже папа, потому что свои дети самые классные. Но у каждого ребенка есть свои левели в жизни, которые мама или папа, или вместе, они по пути с ними вместе идут. Я считаю, что это много... Внимание, труд вкладывается с родительской стороны в ребенка. Научить, преподнести, объяснить, почему, что. Чтобы это ребенок в своей жизни употреблял или исполнял. Это такое, это работа иногда. От сердца работа такая. В этом видео хотела просто сказать, балуйте себя. Если вы такой левель прошли, и вы думаете, вы такая классная, и вы так должны думать, если вы этот левель отлично прошли, балуйте себя маленькими вишенками, чтобы ваша душа радовалась, что вы ребенку открыли какую-то дверь или сделали какую-то дорогу легче пройти, начиная, что в туалет он ходит сам. Вы классные, что вы это сделали для него. Ну, вы можете вот громко сказать, ну, классная я, классная мама, и вот ну, прикольно такой отец, вот сами себя должны тоже баловать. И в этом смысле я хочу вам пожелать прекрасного дня. Любите себя, цените себя, целуйте ваших детей, обнимайте. Блядь, Казун, пока-пока.